Так, сейчас пойдем посмотрим трактор. Он сосед собрал уже свой трактор, посмотрим. Все ездит на ходу, блин. Да, вот. На сантиметров 10. Здорово. Че, завелся, что ли? Блин, я не успел. Хотел поснимать, как он ездит. Может, выйдешь еще? На минуту. Вон буксовал, блядь. Кинул чёрки, блядь. Оба колеса хуели. Ну, я же блокировку уже. Ты масло поменял, что ли, все? Да, я все сделал. Ну, отлично. А я зачем поставил? Тюнинг? Да. Как на КамАЗе, на газели. Да, у меня братишки на автобусе. Тот же первый, я у него купил. А на это клиент есть или еще нет? Есть. Так. Блядь, я не нарадуюсь. На первой скорости, да, передвигаешься? Да. Он, блядь, знаешь, как летает где-то. Что-то он резвый, да, такой? Ой, блядь, это у него не так резвый, блядь. Ты сказал, он будет этот, как черепаха? На не, этот? Ну, если, блядь, вон редуктор поставить сюда, копеечный, он меньше еще будет ходить. Меня он тут тянет, у него сил хватает, просто, блядь. Ну, здесь у тебя 13 лошадей, здесь 15 лошадей. На 2 лошади еще больше. И это дороже. Нет. Нет. Я тебе сказал, не 30. Это ты на первый, да, только ездил? А? На первый только ездил. Если вторую... Зачем вот здесь вот я поехал первую, потом вторую, потом третью. У меня камера села, я на телефон снимал. Понятно, ладно уж. Хоть на ходу посмотрели, как он. Крылья поставил. Тормоза вот сделал. Вот, смотри, это что написано, то, чтобы я масло покупал на него еще. Вот, масло заливал, вот, все. Вот. И получается 16 тысяч, 500 тысяч, 17 тысяч. Потом я еще 18 тысяч выходит. Просто вот надо сцепление как сейчас сделать. 13 лошадей не сцепление. Да? Вот здесь ролик. Да, натяжитель. Да, сцепление. Ну, не, ну, я да, вот здесь хочу не на трассу сделать, а... Тягу как-нибудь. Сижуки. Тягу не получится, наверное. А чего тросик можно найти же? Так я мягко. Я купил тонкий, бля. Он ее... Ну тонкий, зачем тебе тонкий? Ты, блядь, вон этот от ручника, бля. От ручника. Угу. Сейчас я тебе покажу. Я понял. Зачем? Мне не нужен, ты заберешь и сделаешь там. О, бля. Посади, что ты? Да я все посидел. Вот, видишь, нет, вот. И вот это вот он внутри. Просто надо будет убирать, тебе же длинный не нужен. Вот. Это здесь вот. Я понял. Понял. Вот, видишь толщину какой? Ну. Вот. Он не подвез. Вот этот мягкий, заебись. Ну вот возьми его. А что, не нужен? Нет, говорю.
Или вот может даже, Серега, давай я тебе лучше вот это дам, этот на вере. Не надо, найду их я. Вот это снято просто. Можешь, видишь, вот это упор сделать. Да. Или вот эту уберешь. Тросик располовинишь, ну, понятно, одну часть выдвинешь, вот как раз вот, сюда. На дверь хватит. Вот тебе, да. А это просто... У вас это одна тяга, да, получается? На что? На рулевую. Одна только, да, вот так? Ну, вот здесь сюда же. И вот она... Да, вот она отсюда. А, одна тяга, да? Видишь, здесь же я эту вот... Поверни, чтобы вот это развернулся. Угу. Вот же, видишь? Впереди у меня же это, чтобы развал сожжения делать, вон, видишь? Да. А вот с такой придумал, вот отсюда вот здесь... Эти переделывал тоже. Понятно. И вот, видишь, все приварил посильнее. И вот она, одна тяга на эту идет, вот. Которая с этой, вот, да, вот да. Она идет. Рулевую. Она вот так вот. А у тебя, видите, вот это на генератор шел там у меня, да? Да, и у меня будет. А я вот еще надо одну вот сделать. А это 4? Блядь, да. У тебя выдержит, нет вал, блядь? Нет, ну на этот, на насос, блядь, на гидравлик что не выйдет. Угу. Сейчас, что у тебя осталось еще, какие планы? Ладно. Капот сделать, свет, капот генератор делать. Поставить. Вот этот переставлю, блядь. Другой поставлю. Этот, вон он лежит. Чё? Цилиндр. А, тормозной, ну понятно. Главный. Волговский. Мне... Сейчас только внешка осталась или что? Вот. Ну да, да. Вот он, видишь, ир новый, вообще новый. Потому что нельзя... Зачем, он получше? Да, что-то вот туго идет, блядь. А тяжелое сцепление. Да, тяжелое, очень сильно тяжелое. Сейчас я тут думаю, хочу еще посмотреть. А это что? Это? Да. А гидравлику что? Придумал что? Я не буду гидравлику делать. Просто толкач, да? Да. Снег толкать. Вот что, заебись, у тебя сейчас оба колеса бедущие. Это от чего поставил мост? Кого? Мост. Мост? Что у тебя, что у меня. А что здесь, оба у тебя хуярит? Понял, это я этот, ну это впоследствии искал. Это надо опять мост разбирать, чтобы тебе делать так. Сателлиты, это сателлиты надо варить? Да, варить надо. Сейчас покажу. Ну я понял. Блокировка. И у тебя сейчас оба бедут, да, Витя? Да. Грибут, да. Заварка называется. Понял я. Это может надо разбирать. Да, все вытаскивать. Редуктор да. Снимаешь, завариваешь. Да, да. И вот так вот привариваешь. Вот два зуба же, да, угу. Между ними варишь. И на другой так же. И потом, я не могу объяснить сейчас. Когда вот собираешь это там полностью. Это в интернете есть. Да. Можно... Собираешь и все. И что они вон так вот будут совпадать и прокручивать не будут. Из-за этого у меня, видишь, да. Гребет. У него сил хватает, Митя. Я тоже вот такие колеса поставлю. Нашел ты такие? Да, мне Сережка дал. А, ну это на повороте который? Да, да. Угу. Он хочет луазу сделать такой. Понятно. Ну ты колеса у него взял, ты перебортировал, да? Нет, у него диски было, жигулевский диск. А то с луаза там 5 чешиков же. С луаза 5? Он вот так вот резину на жигулевский поставил и все.